Во всех областях страны началась приемка учебных заведений. В центре внимания специальных комиссий – детские сады и, конечно же, школы, их готовность к новому учебному году. Сегодня у нас действительно жаркая пора в прямом и переносном смысле. Подошли к завершению подготовка школ к учебному году. И сейчас как раз в данное время мы занимаемся приемкой этих школ. Вот. В этом году у нас практически 1 300 000 было выделено на капитальный ремонт, текущий ремонт школ. Отрадно отметить то, что более 250 тысяч оказали спонсорской помощи наши шефы, закрепленные за учреждениями. Средняя школа номер 7 – один из флагманов системы образования города в сфере иностранных языков. В последнее время все чаще ее называют учебным заведением с большими перспективами. Благодаря активности и инициативности директора учреждения Светланы Езерской и педагогического коллектива, школа из учебного заведения превратилась в образовательный комплекс, где есть все для эстетического и культурного развития. С нового учебного года гуманитарным ноу-хау подтянутся и технические, например, изображения с QR-кодами. Здесь кабинеты физики. По ссылке можно получить информацию, перейти как на сайт школы, так узнать сведения полезные и интересные о выдающихся ученых-физиках, фильмы интересные о Вселенной посмотреть. Вновь покрашенные и побеленные стены в коридоре приобрели не только новый цвет, но и эстетико-философское содержание. У кабинета физики разместился портрет Эйнштейна, неподалеку от класса русского языка – Достоевский. Аудитория, где школьники изучают астрономию, и вовсе стала демонстрационной площадкой Вселенной. И это только часть работы, которая проводилась в школе летом. Мы решили, ну что, просто стена, и да, эстетическое наслаждение должен человек получать. Должно быть комфортно. А еще лучше, когда тебя цепляет, и ты задумываешься о чем-то. Поэтому мы такой открытый лист с известными изречениями. Например, в одну и ту же реку нельзя войти дважды. Или «Уча учимся» – это как бы для учителя. «Когда орлы молчат, болтают попугаи». То есть разные фразы для того, чтобы подумали. В целом условия, созданные в 7-й школе, отвечают требованиям времени и учеников. Комплексный ремонт внес некоторое оживление в просторное помещение учебного заведения. Действительно, это может служить примером для подражания для всех остальных. И здесь самое приятное видеть то, что именно учительский коллектив во главе с директором неравнодушны к своей работе, к школе, содержанию школы. Поэтому делаются новые какие-то инновации, вводятся, украшается школа. За практически 2 недели комиссии предстоит проверить все дошкольные учреждения района, а также школы, гимназии и лицеи. Планируется, что к 1 сентября учебные заведения будут готовы к встрече со своими учениками.